Ситуация с лапками Эрика. Вот эту лапку, получается, левую, будем заживлять. Пробовать заживлять. В дальнейшем, может быть, потребуется перешивание лоскута. В принципе, шансы спасти лапку хорошие. С правой лапкой ситуация похуже. Пока что на обработках. В дальнейшем нужно будет формировать культю. К сожалению, лапка под ампутацию, но не полностью, то есть частично по скакательный сустав. Напуганный, да? Страшно, скажи. Подождите, пожалуйста, я что-то... Ой, это тоже склипсы. Бедный. Нет. Маленький. Ну, сейчас, да, я подойду. Так, он в воротнике, и знаешь, что надо сделать, Лилия? Надо ему сейчас одеть шлейку, надо будет... Ошейник да сделать. Ошейник, шлейку. Маленький-то мой маленький. Сейчас Маточка. Сразу оденем. Держи, да, помоги. Лапы сломаны. Да. А вот сюда машину. Да. Давай сюда садиться. У нас есть поводок? Да, сейчас. Да. Лиля, я делаю, чтобы ребенок не упал. Я поняла, да. Все, сейчас он сам ляжет, как ему удобно. Где моя шляпа? Бедный, блин, рана прям такая. Лапа упала. А что в итоге с ним было? Дай вам Бог здоровья. Машина погре... сбила. А, машина сбила. Слушай, ну он сейчас уляжется, как ему удобно будет. Да, да. Главное, что он не перейдет уже к тебе, он не переползет. Я думаю, он может уплывать, когда сам поднимется. Все, сейчас мы его там... Все, я закрываю.
Эрику привезли в Липецк, в ветеринарную клинику. Сейчас будем транспортировать ее на второй этаж. Так, приехала собака. По поводу собачки с лапками. Сейчас мы постараемся максимально очистить раны. Вот, то есть, чтобы там ни гноя, ничего, никаких воспалений не было. Возможно, какие-то грануляции появятся. После того, как они будут более-менее чистыми, тогда будем думать по поводу формирования культи и пластики на другой лапе.